бьется сердце. Так звучит наше. Привет, ребята. Сегодня я прочитаю вам несколько стихотворений, в которые я вложил душу. Эти стихотворения были написаны в период глубокого постанархического идиотизма. Что ты, блин, зыришь на меня, а? Солдаты в засаде противника ждали. От нечего делать в картишки играли. Всех меньше везло в этот вечер сержанту. Он все проиграл, но сберег лишь гранату. Но вот появился противник вдали. Солдаты проворно в атаку пошли. Опешив, враги отступили назад. С гранатой на них мчался голый сержант. Но взрыв прогремел у врагов за спиной. Застыли они на лугу под луной, где в свете его была жопа видна. Бесцельно по лесу летела одна. Враги удивились. Ах, боже ты мой, а как он вернется без жопы домой? Так бьется сердце. Так звучит наше.